Сами высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня тема это день рождения. День рождения. День, который все люди очень любят. Потому что мы будем отмечать это день рождения с друзьями, с нашей семьей. У меня история об этом празднике здесь. А мы будем читать, что наш Бог сказал об этом празднике. Этот день – это не от нашей Бога. Еще раз. Этот день – это не от нашей Бога. Наш Бог никогда не сказал в Библии, что мы можем отмечать наш день рождения. Но в Библии наши предники или пророк, они очень против на этот день, который их маме родилась их. Да, мы очень счастливы сегодня, что наши мамы, они родились нас. Да, мы очень счастливы. Но это значит, что мы можем отмечать этот день как праздник? Нет. Наш Бог никогда не сдал наши люди это праздник. Я знаю, много людей сказали, что 25 декабря или в России это 7 день в январе. Это наш Мессия, Иисус Христос, день рождения, Рождество. Это неправильно. День рождения – это неправильно. Я об этом буду читать от Библии и от истории. Когда мы отмечаем этот праздник, мы поклоняем себе как Бог. Мы говорим, что мы Бог. Это неправильно. Сейчас мы открываем книгу Исход, глава 2, стих 3. Все люди знают это закон. Книга Исход, глава 20, стих 3. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Когда вы отмечаете этот праздник, день рождения, вы поклоняете себе. Вы говорили, что вы Боги. Наш Бог сказал, не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это что мне надо сделать? У нас не будет другой Бог возле или перед нашим Бог лицом. Это мерзость. Это мерзость. Сейчас мы открываем книга Колоссянам, глава 2, стих 8. Я знаю, много людей сейчас, вы говорите, как это плохо, как это мерзость. Это просто праздник. Я ничего плохо не сделаю. Я ничего не плохо делаю. Хорошо. Мы увидим, если наш Бог сказал. Смотрите. В христианской церкви сегодня ни это не буду сказать. Они отмечают день рождения. Это как мы знаем, что они не верят на самый высокий Бог. Они сказали, что они верили. Но на их акции нет. Вообще это значит, что они не верят в один самый высокий Бог вообще. Наш Бог никогда сказал, что мы можем отмечать день рождения. Это от человека. Это все от человека. Сейчас мы открываем книгу Колоссянам, глава 2, стих 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией
и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиями, еще раз, по стихиям мира, а не по Христу. А не по Христу. Еще раз, смотрите, братья или сестры, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. А не по Христу. И когда вы будете читать о Библии, где наш Мессия, Иисус Христос, сказал, что это не... Это хорошее, извиняюсь, это хорошее отмечать день рождения. Он никогда сказал, отмечайте мой день рождения. Это от человека. Это не от нашего Бога. Это не от нашего Бога. Сейчас буду читать эту историю. История день рождения. День рождения. Интересно, что дни рождения считаются самым важным праздником для этих поклонников сатаны. Основание их церкви, называемой Варпургеева ночь. И Хэллоуин для них важными. Хэллоуин тоже для них важными. Хэллоуин будет другой тем потом. Эта церковь называется Варпургеева. Варпургеева. Варпургеева церковь – это сатане церковь. Они начинаются это день рождения. Это не израильи культура, это не израильи традицион. Это языческая традицион. Это остальные люди праздников. Это не наши люди культуры. В Библии вы можете читать о день рождения фаров в книге Бития или король Херод в книге Матфея. Они не израильи люди. Они не израильи люди. Никогда вы можете читать, что Моисей, Исаии, Иеремия, Неемия, Ездра, Эсфир, Аарон, или, как сказать, Авраам, Исаак, Яков, Иисус Христос, Адам, они отмечали их день рождения. Никогда вы можете читать об этом в Библии, что это еврейский, что это еврейский традицион. Дальше продолжаем на историю. Интересно, что дни рождения считаются самым важным праздником для этих поклонников сатаны. Основание их церкви, называемой Варпургеева ночь. И Хэллоуин – это для них важными. Конечно, ранее христиане не праздновали день рождения. Еще раз. Конечно, ранее христиане не праздновали дни рождения, как и ранее евреи. Как и ранее евреи. Ранее христиане, они израильские люди. Вы можете об этом читать в книге, это в Новый Завет. В Новый Завет, книга Деяния, глава 12, стих 26. Первые христиане или ранние христиане люди, они черные люди, они еврейские люди. Они не все китайские люди, европейские люди, белые люди, как сказать, арабские люди, африканские люди. Нет, 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 нет. Первые и оригинальные христианские люди, они еврейские люди. Они израильские люди. В истории я только читал. Конечно, ранее христиане не
праздновали дни рождения, как и ранние евреи. Настоящие христиане никогда не праздновали Хэллоуин. Настоящие христиане никогда не праздновали Хэллоуин. Хэллоуин тема буду потом делать, но сейчас, сегодня, это день рождения. Наши предков никогда не отмечали день рождения. Никогда. Это сатаний праздник. Это сатаний праздник. И еще раз. Это сатаний праздник. Когда вы это делаете, это мерзость. Вы поклоняете себе. Вы поклоняете сатану. Надо это узнать. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.